Вот, водичка идет, вот, чистая идет у нас вода, вот. А тут у нас вот фильтр, вот, с фильтра идет. Любовь Микуленко, как ребенок, радуется чистой воде в кране. Кому-то привычная картина, а вот для жителей Рубежного – волшебство. Долгие годы эту воду можно было использовать разве что для полива огорода. Готовить и стирать в ней было страшно. Зато теперь и вода прозрачная, и напор хороший, и отключений нет. О ржавчине вспоминают крайне редко. Ржавая вода идет, когда ремонт идет. Они там где-то в стройцехе включают башню. Оттуда идет, а отсюда она хорошая вода идет. Долгое время в поселке никаких работ в системе водоснабжения не производилось, и, по сути, использовался тот потенциал, который был заложен при строительстве этого поселка в советские времена. С тех пор сети не ремонтировались, а лишь приходили в негодность. Отсюда и постоянные аварии, и отключения. Обслуживание поселка Рубежный перешло к Самароводоканалу только год назад. За это время уже успели очень многое сделать. Заменили 60% запорной арматуры, привели в порядок территорию водонапорной башни Рожновского, оградили забором. Раньше во время аварии приходилось отключать полностью весь поселок от водоснабжения, что сейчас уже делать не надо, так как стоят задвижки новые и отключаются короткими участками. И поселок, в принципе, весь остается с водой, только аварийные участки. К водоснабжению в поселке подключено 57 многоквартирных дома и дома частного сектора. Всего около 1000 жителей. В настоящее время ведутся работы по устройству колодцев на улице Ореховской и Охтинской, которые завершатся к сентябрю. В данный момент работа по графику происходит. Все успеваем, все делаем. Сейчас производим замену старого колодца, разрушенного. Делаем новый узел, врезку на дом, потому что так он вообще не отключался уже много-много лет. И потихонечку будем каждый дом так переделывать. В сентябре начнется проектирование станции очистки воды, после чего Самароводоканал приступит к ее строительству, чтобы в дома жителей поселка Рубежный вода поступала не только без перебоев, но и была пригодна для мытья и приготовления пищи. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.